Здравствуйте. Перед вами Юрий Спасопоходский и Каролина Моисеева. Сегодня мы покажем вам силовое упражнение для развития, для максимального развития поясничных мышц для девушек. Если большинство упражнений для верхней части тела нужно делать с малым весом, чтобы руки не были такими, как у меня, то ягодичные мышцы девушкам надо делать большим весом. Например, выпады со штангой Галина делает 90 кг сегодня при собственном весе 40-45, то есть два своих веса. Это достаточно большой результат. Вот, сейчас мы сделаем это упражнение. Вы посмотрите, как нужно страховать, что нужно обязательно одевать пояс. Ну и, конечно, перед тем, как начать делать выпады, даже с пустым грифом, нужно несколько месяцев поделать гиперэкстензию, чтобы мышечный корсет спины был сильный. Подходим к снаряду. Тренер становится сзади, обязательно. Евгений, тишина. Раз, два, встаем. Проходим чуть-чуть вперед, далеко отходить не нужно. Ножку назад, тренер стоит близко и приседает вместе с клиентом. Раз. Продолжаем, поглубже. Два. Три. Еще пару раз. Дышим. Вдох. И мощный выдох. Сама встаешь. Вдох. И мощный выдох. И аккуратно заходим назад. И ставим. Обратите внимание, что мы сделали не по 15 раз, а всего лишь 5 раз. Потому что такой подход позволяет, подойдите сюда, похвастайтесь, накачать вот такие вот ягодичные мышцы у Гали. И я надеюсь, что у наших девушек, которые будут заниматься по моей системе, такая же будет накачанная часть тела, это такая же круглая, как и у наших лучших чемпионов. Спасибо и до следующего выпуска.